гимназия имени Софьи Васильевны Ковалевской. Это учебное заведение за последние 25 лет три раза сменило свое название. Школа номер 3. Гимназия. Гимназия имени Софьи Васильевны Ковалевской. Но в наше время в городе распространилось множество слухов, среди которых сложность поступления. Бытует мнение, что поступление в гимназию весьма осложнено ввиду высоких требований и знаний будущих учеников. Однако по факту именно такой своеобразный отбор главным образом влияет на последующее качество образования. Более высокая планка для дошкольников уже с первых школьных дней позволяет первоклассникам привыкнуть к определенным обязанностям в выполнении заданий. То же самое касается и учеников, перешедших из других школ. На самом деле поступить не столь сложно, просто-напросто сам ученик должен быть в этом заинтересован. Все это обуславливается высоким уровнем преподавания в образовательном учреждении «Гимназия имени Софьи Васильевны Ковалевской».